Всем привет! Сегодня готовим с вами быстрый, вкусный, диетический и очень сытный салатик. Для этого нам понадобится куриная грудка, порезанная тоненькими кусочками, сыр сулугуни, помидоры, огурцы, горчица французская и оливки или маслины без косточки. Поехали! Грудку отправляем жариться на сковороду на тефлоне с маленьким количеством масла. Пока грудка жарится, занимаемся овощами. Нарезаем огурцы и помидоры кубиками. Все, курочка моя готова. Вот она. Я еще порезала ее еще тоньше. И теперь собираем салатик. Выкладываем овощи. Все это можно немножко посолить. Далее выкладываем кусочки курочки. И сюда же добавляем горчичку. Салатик готов. Легкий, вкусный, быстрый, сытный и диетический.